Еще 927 новых случаев коронавируса подтверждены. Еще 927 новых случаев коронавируса подтверждены сегодня в Молдове, 4 из которых завезены из Румынии, Германии и Египта. Таким образом, с начала пандемии количество инфицированных превысило 142 800. За последние сутки умерли 25 пациентов. Между тем, в больницах проходит лечение 3111. С другой стороны, сегодня 688 человек покинули медучреждения. С марта болезнь победили 128,5 тысяч. Более 7 тысяч зараженных с легкими формами лечатся дома, а больше 34 тысяч находятся в самоизоляции под наблюдением врачей.